Барба. Девочки здесь. Пошел, пошел, двоечки, кидаем, 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 шагаем и кидаем. Привет, ты на ножке. Среди нас сегодня есть довольно уже опытный состоявшийся боксер во взрослой категории, многократный чемпион Республики Молдова, призер европейских соревнований, Андрей Санжур. Такая практика, она существует давно, не мы ее придумали, когда более опытные состоявшиеся мастера передают свой опыт начинающим бойцам. Это всегда дает большие хорошие плоды. Поэтому я хочу от имени отделения бокса, от имени клуба «Адреналин» Андрею, вот я вам зачитаю, Санжур Андрей награждается за помощь в подготовке начинающих боксеров. И небольшая денежная премия. Каждый раз, когда вы переступаете порог спортивного зала со своей секции, вы должны его переступать с целью. С целью каждый день совершенства. Если мы зашли в зал, и у нас цели нет, мы сегодня пришли в зал. Цель, она всегда, это тяжело, достичь результата, результата высокого, даже на уровне чемпионата страны, тяжело. Мы с вами всегда сталкиваемся с нечестным судейством, с какими-то интригами закулисными. Но я своим спортсменам всегда говорю так, заходя в ринг, надо бить так, чтобы ни один судья просто не имел возможности не дать вам победу. Вот и все. И тогда вы лучше. Чаще разворачиваться и менять направление движения. Чтобы дальше ты смог уже провести прямой удар справа. То есть ты пошел раз и больше зайти в защиту руки. И сзади ты чем-то хочешь. Раз, раз. Вот, ты уходишь, вторую точку опоры, ты встаешь себе назад, чтобы ты успел сделать отклон от каких-то действий соперника. Вот, вот, есть движение, движемся по кругу соперника. Вот раз. Работаешь в паре с тренером, но более приближенным к боевым условиям. То есть тренер иногда вот это свидетель. Выбрасывает руку, то есть имитируя удар соперника. И боксер отрабатывает вместе с ударом элементы защиты. То есть уклон, нырки, оттяжки, вот забежал за спину. Это такие вещи, которые по-другому, как на лапах, не отработают. Легче. 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 Лег